Трубицыну отрицает свою причастность. Сейчас принесут анализ подожировых состей. При прием Трубицыну ликами не отвертится. Думаешь, это он вот по проблему вынес? А потом сделал вид, что бьет? Как этот, Олег? Да, я слышу, я думаю, надо идти, а то надо нас идти это. Открывать, это...
кадриор. Слушай, там фильмов классных сделали, пацаны, камеры там, блядь, за 100 тысяч шведских крон. В Ютубе посмотри, там в Стокгольме не открою это сама, там на Дальнегорске стоит. А что вы ее кормите? Собачью еду, да? Или так, даете мясо? Есть. Колбасу ест? Да. В какую-то партию вступить, блин. Фашистскую. Я академик в Академии дураков Славы Половина. Что мне еще надо, блин? Я на площади республики, блядь. Класс республик, блядь. Где вы же с Гамалем жили? Нет? Да, недалеко. Блядь, сатанисты подпалили. Мы не будем туда подъезжать, надо разворачивать. А то спалимся на всех, блядь. Смотри, как сильно горит. Ой, блядь, может, люди сгорели. Не дай бог. Господи, повезти нас дождь. Не, ну и сильно. А, давай проедем мимо, посмотрим. Мы не проедем, там, а, там все блокировано, да? Это только-только, сильнейший пожар. Нихуя сильно горит красивый исторический дом, блядь.
сторону проедет. Все снимают, уйди с дороги, кобыла ебаная, блядь. Ну сюда заедь. Долбоебина хуева, блядь. Она далеко от нас. Я никогда не видел, что так в Париже горело, блядь. Давай, я с... тогда, пойдем туда, я посмотрим, что... Не, не, я сам я никогда не видел. Как потушат. Да не... Так он снизу горит, смотри. Вот так вот Юра приехал из... Я сейчас точно скажу. С подветренной стороны он идет, там идиот играет, стоит. Идите нахуй, долбоебы, блядь. Он профессионал, блядь. Профессионал, блядь. Полезь нахуй по такой лестнице, блядь. Смотри, как полыхает. Ебанулся, блядь. Сколько бы людей не было, блядь. Что-то упало уже потом, сверху какая-то хуйня. Загорелось кафе. Может, газ вернуть? Здесь газ нет? Газ может быть. Но сейчас там, видишь, какое пламя? Не, ну дом крутой, дом крутой. Скорая, блядь. Хотят зайти справа и левое окно от комнаты основной. Эта хуйня может ёбнуться, мансард. Скорая мимо едет. А что вот получается? Смотри. Читать в гимназии, понял, сдавать там экзамен. Смотри, как быстро прогорело там активный огонь. И теперь вот это вот окно, смотри. Ух, бля, ух, смотри, как это огонь. Как быстро это происходит. Страшный огонь. Смотри, тушить начали, тушить. Белый, белый дым пошел, тушить начали. Все, вода, видишь, выгоняем. Стали, где-то воду подали. Выгоняют полицейские, да? Ну, всех обратно отправляют. Некуда тут делать. Машины. Туристам хорошего. Не говори, не говори. Все хорошего. Надеюсь, люди не сделали. Это правильно. А это социально, нет? Нет. Нет. Сегодня узнаем. Порву колонну. Две такие воровские, блядь. Да, красивые, хорошие. На шинок похожи, или на ним. Ну смотри, смотри, как заливают. С двух сторон охватили. Живые приехали, когда на минут 10, наверное, загорелось, блядь, не раньше, в самом начале. Ну сколько, еще 10 минут, 20 минут, и уже можно сказать. А как же они подняли? Где? Где? В Швеции вытягивается там такая, как рулетка. Так, раз, прямо туда приехали. Не русские, не? Откуда? Гостиницу в Монреале эвакуировали. За тебя? Да. Что ты там, кипятильный плетёшь? Мясо я варил. Зашел, блядь, оно... Ну, короче... Смотри, там внутри немного, они сразу практически... Разливаются. Слушай, а дом всё пустой?
Ну сразу, конечно, скажут. Электричество вырубят? Они же должны вырубить электричество, наверное, сами, да? Электричество, да. Главное, газ вырубить, блядь. Да, газ, а то может ебать весь дом разрядиться, блядь. Да ладно, говори хорошую девушку. Коробка, не? У нас это, да, где? Там, блядь, нет. Чем больше вариантов говорит о них, тем больше шансов, что они появляются. Вот они, смотри, пожарная будет. Вот говорить, они потушат, блядь. А откуда это идет? Олег, они по лестнице подняли. Пойдем туда? Поехали пока. Это мэрия Парижа, ратуша. Исторические здания. Что-то тут мэрии много, не кажется вам, не? Как? В районе есть мэрия, а он здесь мэрия. Зимний подвал, смотри, как страшно горело, а? Триумфальный арк. И вот это, считай, что это центральная улица Парижа. И она говорит, я ненавижу эту, блядь, эту страну, нахуй, блядь. Ее мамаша замуж вышла бы, все. Там плачет, блядь, там, блядь, не знаю, что, блядь. Это парк, да? Да. Ну туда любой может зайти, да, или да, платить да, надо. Да, да. Ну он для... Ну, странный сам, народ. Хотят, чтобы у них было хорошо, когда хорошо уже было. Построили в саду дворец Тюильри, который сгорел однажды. Камешек перевезли на Корсику, там как сгорел, и камень пропал. Осталась большая площадь. Одна из самых больших в Европе. Мобилизирующие крупные французские провинции и столицы. Вот они сидят. И кто-то был во второй, как раз на гильотине, где-то здесь гильотины обрубили голову этих последних монархов. Собираются и роялисты здесь как раз. Стоит обелиск, который Наполеон привез из Египта, якобы подаренный Мехмед Пашой египетской. Спиздили, как военный трофей. Да, да я сейчас был там в Хабаровске, да? Или, ну вот и сколько, 3 месяца назад был. Ну что там? Блять. Работаем. Или ты не можешь в Швеции, во Франции ты можешь, блядь, в Хабаровске, если ты не крутишься, если ты просто человек вот, не загаженный этой ментальностью ужасной, просто советской, ты не можешь выжить. Ира, если ты будешь смотреть на пепле, так могу, что все, смотри, какая машина сделает. Арабцы сидят, естественно. Ну откуда это деньги? Это лотос какой-нибудь сразу. Да это хуйня в Швеции такая хуйня. Да. На наркоте деньги или откуда у них? Ну на нефть. Билда пошел, блядь. Я фуфайку еще хуй найду, блядь. Вот фуфа... В Женеве поет он ба... Сарай. Поехали. Ты сними хари, которые вот здесь стоят. Под Эйфелевой башней принесли где-то какое-то сборище. Сидят эти в костюмах водители сраные, вонючие. Масонские педерасты собираются. Да, вот ходит и угоняет. Правильно. Да, а мы снимаем все, кстати, здесь. Минки все ждут. Видишь, у них сборище во дворце Шали. Так, с площадками? А сборище для митинга. Что-то наверняка. Аквариум не парит? Нет. Да это просто лампа горит. Обалдеть, блин, да? У нас свои здесь масонские места есть. Помнишь, что на вышке работал, и через этих попал Диму и там это, Диму Игорь, помнишь, Игорь, да, да, ты да, там, да. Они набрали, и ты по-русски а переделал. Базара нет. Я банк сменил. Как это говорят? Как торговали здесь всякие фигуры черные, так будет фигуры. Так. За
дом, вот этот называется, а вот там за ним маленькая такая дверь. Там ручка есть? Дамскую супочку сожрать. Поехали. Потому что сейчас будет все труднее и труднее. Как понять национальная ассамблея? Что здесь происходит, Олег? Дума. Ну, национальная ассамблея. Закон понимаешь. Madame la Présidente, pour manger le soupe faux, un menu choisi, et que vous choisissez des rues de Tolbiac. C'est pas loin des places d'Italie, ça s'appelle les coques. Mais dis-moi, si tu vas noisir, oui. Ben, si tu veux, je passe demain à Noisir. Je travaille juste pour vers une heure, oui. Mais parce que je travaille jusqu'à midi. Да я это самое так. Гобеленскими он фактуру, кстати. Знаешь. Гобелен делаю, да? Нет, возьмите, блядь. Я, ну, не, ну благодарит. Мне надо. Научили, сказали. Гердин не должен отказываться. Дают деньги, берите. Не, ну надо. С уважением дают, да. Все, ну и... Она тоже хочет, наверное, мясо, да? Конечно, хочет. Кто не хочет? Я не хочу. Вилку тебе оставить? Да, пускай будет. Пускай будет. А у тебя есть. Ага. Вот, и... До того момента, пока эту должность мог занимать человек советского гражданства. Потом... Ты как профессиональный этот самый, знаешь. Травку чуть-чуть. Леточку Базилика. Тихо. Что ты орешь, блядь? Тебе жрать дали, не ори. Vous acquérez une très belle monnaie autour de 1500 euros, 1000 euros, une très belle pièce royale en argent, vous faire plaisir et constituer un début. Disons que ça devient, dire c'est un privilège de pouvoir ranger américain ou autre où se manifeste dans le ventre. Football, en direct sur France Info, avec Darty Mobile, offre de téléphonie mobile de Darty. Красивые часы, вапнутые, хорошие, красивые. Был, да? Да. Извини, что говорю, блядь. Естественно, ну... естественно. Блядь, это... Пытался выгнать показания. Ну а куда, ничего не сделаешь, вон Винсентский лес, парк. Там палатки стоят, мы с доченькой пошли гулять, прошли по лесу, по краешку, опушку. Там сидят такие, блядь, румынки курят, знаешь, такие цыганки, палатки, там люди ходят. Ну ты уже привык здесь. Ты уже как настоящий француз. Да что значит как настоящий француз? Настоящий француз это я.